Здесь у меня две упаковочки куриных грудок филе. Сейчас мы будем смотреть, как их лучше нам разъединить, чтобы сделать побольше область заворачивания. Пакетик. Сейчас мы в этот пакетик положим развернутое филе. Таким методом сделаем все 10 штук. Вот такие вот штучки остались. Ну, это вот как лишнее там вот срезала. Это еще на супчик пойдет. В мешке очень удобно отбивать. Не летит. Ни капли, ничего там во все стороны не летит. А то обычно отбиваешь мясо во все стороны. Вот посмотрите, вот какие отбились вот такие вот штучки. Вот. Сейчас мы это все присолим и будем чего-нибудь заворачивать. Вот у меня грибы размораживаются. Надо было раньше их вытащить. Ладно, у нас вся ночь впереди. Грибочки разморозились. Сейчас мы их будем обжаривать на подсолнечном масле. Слобода. Не сочтите за рекламу. Я пользуюсь просто этим маслом давно уже. А то кто-нибудь подумает. Сейчас уже сказать ничего нельзя. Они еще немножечко со льдом, но все сейчас растает и будет все хорошо. И отдельно я обжарю лук, потому что когда лук обжариваешь с грибами, он не жарится, а варится. Темно. Не люблю на стекле резать, прям аж это. Как серпом поднимешь. Угу. Сейчас этот лучок отдельно обжарим. Снимать.
больше воды сколько выделилось. Это все выпариться должно. Пока вода вся не выпарится и грибочки не начнут жариться. Сейчас мы их немножечко посолим. Как грибная икра. Кому-то не понравились две мои эти сковородки там. Замечания не сделали. А мне нравятся они. Мои старенькие сковородочки с самого начала нашей семейной жизни. Как от них можно избавиться? Этих уже вот сколько у меня сменилось. А эти вот не меняются. Пока обжариваются грибы и лук, мы сейчас вот эти наши отбивные куриные посолим и поперчим. С двух сторон. И так каждую. Так вот, сырочек мы сейчас нарежем на маленькие кусочки. Так, это майонез. Прям вот немножечко смажу для того, чтобы грудка, она вообще сухая. Это немножечко, чтобы как пожирнее было. Прям чуток. Грибочки положим. Хочу меньше уставать и больше успевать. Поэтому выбираем неогранат. Неогранат оптимизирует энергетический обмен организма, восстанавливая работу. Не буду на все это кусать. Неогранат, я в силах это сделать. Взрослые дети спят спокойно с ним младенца. На Земле не позволит насморк нарушить ваш сон до самого утра. Так вижу, бывает. Может, какие-то вообще не класть? Ну, помнишь, я делала раньше? Вроде в грибах тоже масло есть. И грибы сами, да. Сок. Включай, Саша.
Жизнь – это большая игра. И хорошо, когда попадаются выигрышные билеты. Но если вы не научитесь контролировать свой азарт, ваша жизнь может кардинально измениться. Не дай бог, чтобы в лучшую сторону. Не останавливайтесь на достигнутом и будьте благоразумны. Вы смотрели «Мистические истории» на канале «Театр». Рулетики обжариваю со всех сторон. Здесь в баночке у меня было немножко сметаны. Сюда влили молока. Все это сейчас пойдет сюда. Также 20% сливки тоже туда. И рулетики мы отправляем где-то на полчаса в духовку. 180 градусов. Домой идет Дима. Вот такие рулетики получились. Стояло все в духовке на 180 градусов 30 минут. Завтра покажу в разрезе. Да, девочки и мальчики, забыла сказать, что ниточки-то я не сняла. Я вот сейчас вот это вот остынет, и я все раскручу. Не испортились.